Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове 11 часов 24 минуты 19.08.2016 года. Данный ролик будет спецвыпуск «Луна дала ответ. Сотовые дома уже реальность». Многие, кто из вас смотрел пару-тройку месяцев назад конференцию на канале Институт Б, помнит, что там один мальчик мне задал вопрос, почему мы не строим сотовые дома. Хлопчик хутко зник, а вопрос его так и остался. Поэтому отвечаем на вопрос и объясняем заодно истинное положение вещей, как устроен наш чудесный мир в реальности. Сотовый дом или сферический дом, или дом-сфера. Ресурсоэффективное индивидуальное жилище. Сотовый дом сохраняет энергию и сберегает денежные средства в разных аспектах и в разных эквивалентах. Геодезический купол сотового дома – это надежное жилье, проверенное временем. С времен изобретения построено более 300 тысяч домов. В Америке успешно прошли испытания ураганов и землетрясений. Геодезический купол – одно из самых прочных сооружений на планете. Причем геодезический купол сотового дома, чем больше, тем прочнее. А также один из самых легких, дешевых и быстрых, простых при возведении. Сотовый дом – это абсолютный комфорт для любого человека. Преимущества купольных домов – мобильность, доступная стоимость, дизайн, экономичность. А самое важное – надежность. Прочность и надежность сотовых домов выдерживает сильнейшие природные нагрузки. Снеговые – до 700 кг метров кубических. Ураганную силу ветра – до 250 км в час. А также выдерживает землетрясение. Особую прочность придает сферическая форма сотового дома, которая позволяет равномерно распределять напряжение от ветра, землетрясения, тяжести снега по всей ее конструкции. Сотовая геометрия компонентов добавляет прочности купольному сооружению. Сотовый дом – это, по сути, конструктор. Мобильность и транспортабельность конструкций. Дом как собирается, так и разбирается. Конструкцию можно доставить в разнообразном виде в любой город и в любую соту нашей огромной и необъятной планеты. И также в любой соте и в любой ячейке его можно собрать на месте. При необходимости конструкцию можно разобрать и собрать на новом месте. Сотовые дома – это простота и скорость монтажа. Строительство купольного сооружения не требует строительной техники, на стройплощадке из-за легкости конструкции и компактных деталей. Купольную конструкцию сотового дома можно собрать вдвоем, с другом, всего лишь за неделю. Так быстро вы еще не строили. Каркасная конструкция складывается как конструктор. Монтаж купольного дома по силам даже новичку строительства. Сотовые дома – это экономичность и доступность. Стоимость дома построена по купольной сотовой технологии ниже на 20-30%. Вы начинаете экономить уже на первых этапах строительства. При этом экономия происходит на всех этапах строительства от фундамента до кровли. Это за счет использования свайного, мембранного или лентоначажного фундамента. Отрезая кусок материала для одной стороны купола, мы автоматически получаем готовый кусок для другой, чтобы сводить расходы к минимуму. Ведь это сотовый дом, а сотовый дом – это очень просто. Сотовый дом – снижение расходов на эксплуатацию. Многие из людей боятся даже мечтать о собственном доме, так как считают, что его содержание обойдется очень дорого. Вячеслав Котляров развеивает этот миф. Благодаря сферической форме дома вы сможете сэкономить 40% энергии. Такой дом зимой прекрасно сохраняет тепло, а летом внутри его всегда прохладно. Если вы разместите в центре сотового своего дома камин, то тепло распространится по всему пространству, и вам будет комфортно, дорогие и уважаемые слушатели и зрители, и будет уютно. А с вами был Вячеслав Котляров.
который исключительно по собственной инициативе, будучи в отличном расположении духа, записал этот небольшой ролик, который можно назвать «Сотовый дом», «Сферический дом», «Купольный дом». На этом, пожалуй, все. Рад, что вы меня слышали, слушали. Всего вам, дорогие уважаемые слушатели и зрители, доброго. Всех благ и спасибо за ваше внимание. До свидания.